ощущение, как на от земле впервые. Ты сейчас совершаешь уже свой фарз хадж. До этого ты уже был. Есть какая-нибудь разница в ощущениях? Ну, я вот в первую очередь только приехал. Ну, в прошлый раз, когда был, это такие неописуемые чувства. И я думаю, на этот раз тоже буду ощущать те же чувства, которые у меня были в прошлый раз. Скажи, пожалуйста, о чем ты будешь просить в день Арафа? Обо всем. Ну, просить если прощения. Не секрет. Если не секрет. Понятно, есть вещи очень индивидуальные. Ну так, то, что можно рассказать. Просить обо всем. О том, чтобы Всевышний простил грехи умми пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Чтобы на земле был мир и процветание. Победу борцы просят для себя? Конечно, просят. И особенно перед соревнованием. Рашид, я хочу от лица, наверное, многих дагестанцев поздравить тебя с тем, что ты все-таки выступил, достойно выступил на чемпионате мира. Спасибо. И Всевышний Аллах своим любимцам тоже не всегда давал каждый раз победы. У тебя есть самые главные победы, которые ты одержал, это связь с хорошими людьми, и ты многого, в принципе, достиг в этой жизни. Поэтому от лица всех дагестанцев мы хотим сказать слова поддержки тебе оказать. И понятно, что ты, наверное, хотел другими результатами порадовать. Ну вот сейчас что ты можешь сказать, когда уже смог осмыслить все то, что произошло, что ты скажешь, с чем ты обратишься к дагестанцам? Ну, все, что происходит в жизни, это все бывает к лучшему. И я, альхамдулилля, довольным результатом, то, что Всевышний мне дал именно второе место. И хотел бы сказать спасибо всем дагестанцам, всем россиянам, которые за меня болели, которые поддерживали меня. И очень видел много в социальных сетях слова поддержки. Было очень приятно, на самом деле, всем огромное баркало. Хорошо. Как повлияло бы на вашу позицию мусульманина, паломника? Я не знаю, что бы изменилось. Ну, вас сильно огорчило, что вы взяли серебро? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы завоевать золото, но что делать? Значит, суждено было так. Ну, это вы как знак свыше восприняли, как вообще восприняли? Конечно. Суждено было. Тем более здесь все паломники здесь сделали дуа, но Всевышний посчитал нужным, что второе место мне хватит на этот раз. Иншаллах, все еще впереди. И все будет все будет нормально. Мы в первую очередь желаем вам новых побед. Спасибо. Спасибо вам за ваше.